Всем привет, ребят, с вами ВВМшка, и сегодня я хочу вам показать, как же устанавливать или изменять скины на CSGO на Android. Ну как не CSGO, а на CS1.6. Вот она, CSGO. Для начала вы заходите в приложение за архивер, и вы ищете папку CSGO, вот она CSGO, и вы выбираете одну из этих папок. Вот, либо террориста, либо спецназа, вот, неважно. Ну, давайте террористы, например. И вы выбираете любого террориста, за кого вы любите играть. Ну, кто-то играл в CSGO, вы знаете, здесь какие-то террористы, например, Inferno, Rook, Nuke. Вот. Ну, вы выбираете, например, Nuke. Все, вы выбрали. Эту CS-Strike вы перемещаете в Android, то есть фиксаж, и сюда. Вы эту на зеленую кнопку нажимаете. Все, вы это сделали. Потом, чтобы изменить скин, вы тоже нажимаете сюда, ну, например, CSGO, террористы, все, и вы выбираете следующего террориста, например, Inferno, Elite, ну, здесь тоже CS-Strike, и вы эту CS-Strike перемещаете в Xage. Здесь некоторые ножи есть тоже, это Models, но эту Models вы перемещаете в Xage CS-Strike, вот сюда сейчас покажу, Xage CS-Strike, все, и нажимаете на эту зеленую кнопку, вот сюда, все. Потом что еще? Ну, здесь профессионал тоже есть ножи, например. Но эту бумажечку сейчас, эту бумажку, если у вас появляются эти бумажечки, вы перемещаете тогда в CS-Strike Models. И все, здесь тоже на зеленую кнопку. Потом, что еще есть. Если вы хотите поиграть за спецназа, то здесь тоже ФБР, например, CS-Strike, перемещайте в Xage тоже. Здесь тоже CS-Strike, все, здесь по CS-Strike. Ну, здесь, конечно, ножи тоже есть. Ну, здесь тоже нож. Ну, байонет, например. Ну, эту байонет тоже все CS-Strike, и вы перемещаете в Xage. Вот тоже. Ну, вы поняли. Ну, что еще? Вроде пока все. А, ребят, еще. Если у вас обновляется Xage 3D, например, движок этот. Сейчас. Этот движок. Например, если у вас появляется XH3, ну, если появляется у вас 4 больших блоков, например, XH3D FGS, то вы удаляете эту новую версию, потому что в эту новую версию вы не сможете поиграть в CSGO, она просто у вас не зайдет. В общем, вы зайдете, например, у вас обновился, еще у вас просто, вы все нажимаете, а он у вас не заходит, он просто не будет заходить. То вы удаляете ну, новую версию, все, вы удалили, все, и устанавливаете старую версию. Вот, Android, CSGO, и устанавливаете старую версию. Вот она. Потом, когда вы установили, сейчас я очистю его. Ой, что я делаю? Сейчас очистю. А что ж такое? Вот, приложение. Сейчас очистю, чтобы показать, как вы должны зайти. Потому что там надо кое-что сделать, чтобы зайти. Ну вот, все, вы очистили. Потом, то есть, этот, вы заходите в папку CSGO, то есть в APK. Нажимаете на эту кнопку, потом вы ищете Android, CSGO, Xage, CS-Strike, и все, и вы нажимаете на эту нижнюю кнопочку. Все. И вы зашли в игру. Все, и вы играете. Например, выбираете любую карту, за кого хотите, ну, куда вы хотите поиграть, короче. Вот, все вроде бы. Ну, если вам я все подробно объяснил, как устанавливать, как изменять, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите хороший комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Ну, на этом все, вроде все. Всем удачи и пока.